Всем привет, меня зовут Алексей Лихович, я ведущий вечерней смены на Радио Брест. Буквально вчера я сделал вакцинацию от коронавируса. Вы знаете, что никаких особых сильных изменений в своем организме я не почувствовал. И в принципе я не удивлен, потому что в подавляющем большинстве случаев данная вакцина не вредит здоровью. Но а ту пользу, которую она оказывает, оценить весьма и весьма сложно. В современной ситуации с пандемией это перестает, вакцинация перестает быть личным делом каждого. Это становится все больше коллективной нашей ответственностью. Поэтому в России есть замечательный слоган ⁇ подставь плечо, подставьте плечо под вакцину ⁇ И таким образом вы уменьшите работу врачам. Потому что, согласитесь, уменьшая работу врачам, мы также уменьшаем работу сотрудникам ритуальных служб. И это тоже пугает и очень важно. Что ж, дорогие друзья, всем здоровья и обязательно подставьте плечо.